Ты включил Сириус Сэма, да? Да. Просто звук опять. Ребят, ребятишки. Да ладно. Вы все же включились, нет? Да, мы уже включились. Мы выключились просто. Мы включились. Да, вы посидите подольше, если что, тогда, раз уж мы откусили, вы дольше посидите. Да нет, мы в принципе, на самом деле, контента минут на 40, я думаю, нормально. А, это все тогда хорошо. Да, я думаю, что не будем уж совсем это все рушить, да. Наше расписание. Да, 40 минут модного Сириус Сэма, а сейчас там Даур, не знаю, в себя придет. Вот, ему скорее всего надо. Мы пока начнем, там вроде бы как... Так, во-первых, я должен включить вот это и убрать фишку, вот. Короче, Лёнь... Крепитесь, пацаны, да. Да. Давай. Лёнь, расскажи нам, что за мод с нами, Лёня Логинов, да, давай, расскажи. Да, здравствуйте всем. В общем, это мод, если все смотрели пупы всякие или мемы знаете хорошо, интернетовские мемы, то они все в этом моде запихнуты, запакованы, как, не знаю... Надеемся, что все там Twitch-френдли, вот. Если что, все... Я на Twitch'е проходил, все вроде норм было. Так, да. Подскажите, что запускать? Ну, Fusion тебе надо запускать. Через Sam, да. А, через Steam, все. Да. Ну, вообще, у нас будет, короче, типа, возможность тебе приконнектиться по ходу игры, поэтому... так что, я думаю... Просто тут... Блин, говорит, я бы не был так уверен, видимо, про это Twitch-френдли контент, но мы надеемся, что Лёня нас не поставил. Если что, мы резко дропнем это все дело. Вот. Мне же кажется, резко меня увольняем. Да. Вот, тут просто проблема в чем? Сириус Сэм, моя любимая серия, вообще обожаю ее невероятно. Сарказм! Это настоящий сейчас был, или донат просто? Нет, это был Леон Булов. Докиньте мод на 30 минут нерабочего эфира, угадаю СТ. Да забейте, да. Сейчас посмотрим, может вам и не захочется докидывать. Вот. Но, блин, донат своевременный очень. Как только я сказал, что Сириус М моя любимая серия. Я видел порно, которое начинается так же. Взаимно, солод. Так вот, короче... Спасибо за отличный день. Да и день еще не закончился. Еще спасибо, у нас полтора эфира. Значит... В Сириус Сэм есть такая определенная проблема. Я сделаю это за косарь. Да ради бога. Вот. В Сириус Сэм есть определенная проблема, потому что Сириус Сэм Фьюжн с 2017 года существует, и до сих пор мы здесь не нашли, по крайней мере, возможности в лобби дождаться всех игроков, как только первый подключается, сразу игра стартует. Ай, замечательная штука. Так, сейчас я вас постараюсь. Сарказм! Да, не говорили. Так, пригласить в лобби, пригласить. Владимир Владимирович пишет, император пришел, сразу 11к зрителей стало. Оп! Просто. Мирикл! Так, стоп. Так, кто зашел в Сириус Сэма? Я. Даур, срочно звук тише сделай. Он это в этом, ну, в микс, не в миксере, не типа в панели управления. Да, он на сотку выкручивает звук. Это тоже типа фишка Сириус. Понял. Тихо, не говори ничего, пожалуйста. Убавь сначала. Просто тише звук. И все. Спасибо. Блин, вы сказали звук, я думал звук игры сделать потише. Нет, там микрофон, ну типа, всего ничего, игре 4 года, забей. А у Fusion есть свой отдельный раздел, или Sirius Sam 3 пойдет? Опять. Даур, микрофон. Акила, привет нахуй. Ешь, ну я прочитаю спасибо. Сначала, я ж текст не знаю. Это реально пиздец. Ярик! Там все нормально? Нет! Сколько раз его можно делать? Я вам тише. Помогу, ребята! Он так и будет скакать. Я буду команду. Как только включаешь игру, он так будет. Даур, да иди же, посади же. Зайди в настройки, и там есть звук, и ты там можешь мастер волюм сделать. Ну вот, настройки звука ставишь push-to-talk, и можешь подкрутить уровень ползунок громкости, он тебя не будет скакать выше него, а он там стоит макс на 100 сразу у тебя. Даже мне стол не нужен, это просто газиба овца. Овцы, я назвал тебя овцом, ты овца просто знаешь, угомонись сюда. Я очень надеюсь, что ты проявил. Да, ты слышал? Ты каждую реплику слушал? Ярик, блядь! Ну, я почти до конца прошел. Вот прям все реплики слушал. Даур, у тебя... Да.
Все, нормально. Ну, пока нормально. А этот, он мне говорит, что модов не хватает. Я все установил, что писали. Там что-то добавилось? Ты отключи все связанные с Хорсманом моды. Оставь только трэш-пати и HD это небо и пушки. Блин, а где ты делаешь? Это в экстрас. В меню, в общем. Так, ну что? Мне кровь всех отверстий на лице так. Чате пишет. Да почему у меня Сэм? Почему у меня Сэм постоянно вправо идет? Что? Так вот у тебя правый Сэм. А ультраправый. Блин, можешь еще раз какие поставить? Так, Хор Сэм оставляем. Хор Сэм наоборот убирай. Ага. О, всё, оставляешь только трэш-пати первая, вторая. Почему Сэм вправо ходит? Что с этой игрой, твою мать? Ну слушай, неплохо он тебя не налево, а направо довольно. Он просто вправо идет постоянно. Что это такое? И Air Texture, и Weapons. Знаете, и Weapons, да. Ну вылезай, сука, я ж тебя в покое не оставлю, гандон, я ж тебя найду. Ну ладно, будем так. Я поэтому и сказал, что может долго продержаться. Да, просто, просто типа Сэм вот играл, внезапно он такой решил, ну типа буду. Вот смотри, я, блин, явки нет. Сарказм. Да вот так. Кажется, опять микрофон. Опять звук, да. Вот я сейчас не держу а вообще, что, уже я руки над головой держу, вот сейчас, вот он просто идет сам, понимаете? Вот. Игре, блин, 4 года, нахуй. У меня на время вся карта пропала. Да, тоже, Данис прорисовки страдает. Так, эх, модно! Да, так, сейчас, подождите, motion sickness. А где ты кувалду нашел? Да где ты нашел? Так. А, там назад немножко нужно вернуться. Ой, не-не-не, а, я. Может еще раз скинуть? Сейчас, подожди. Здесь еще пушка есть. Отключи джойстик, тебе предлагают. А, о, кстати, вариант, наверное. Хотя он у меня отключен, стоп. Да, он отключен. Не подключен вообще. Я подумал, что может быть я действительно совершил такую ошибку, но нет, ребят, все было, блин, сделано заново. Просто... То есть тебе, чтобы идти вперед, тебе нужно нажать вперед и влево, да? Нет, если. Он, короче, смотри, после того, как я захожу в меню, он первую клавишу движения запоминает и ее постоянно начинает, типа, инпутить. А, или не, погоди, сейчас тебе инпутит. Почему тут ну? А, вот чей. Ура! Иби, сука, ебаный! It's Jones! Rodriguez took. О, Jesus Christ! Ааа! Блин, что случилось? Все проверяем. Ой, это же классные звуки автомата. Сарказм! Дискорд не сидит на остановке. Блять. Так, нам прилетел от Владимира Владимировича. Почему-то как креста только на Лимане нужно такое на. И на стримах показывать. Так мы Миллион Булов, да. Ярик, Блай, то есть Вася, раз ты такой фанат серии, может пояснишь нам, почему третья часть выглядит в десятки раз лучше и красивее, чем четвертая, а? Нет, пускай Леонид поясняет. У нас опять у кого-то звук, по-моему, бахнул. По-моему, это Даур. Да. Даур со своим звуком. Я идти не могу в этой игре, что это вообще такое? Ну, мне кажется просто, что на третьей части больше работали, чем на четвертой. Да и ты дальше видно, скорее всего. Ну и сейчас камикадзе на меня бегут. Да, я... А я от них убежать не могу даже. Я так и видел уже во сне. Он меня стреляет сам даже. Что ж такое-то вообще? Игра сама проходит себе? Да, великолепная игра. Так. Там камикадзе застрял за стенкой, по-моему. А там надо разбить этим... Ой. Не сюда. Куда сюда, наверное. А, действительно. Ты стреляй со звуком. Когда я нажимаю Escape Escape, ребят, я просто типа управление себе в руки возвращаю, если что. Просто чтобы вы знали, зачем я это делаю. Так, тут немножко архитектура современная, я смотрю. Ну мы еще не земля, видимо. Ну, видимо, да. Земля вон она. Короче, сейчас, скорее всего, мы до уровень до конца дойдем, и я перезапущу игру, может это поможет. Сарказм! Ага, я вот тоже уверен, что не поможет, но. Ой, монстры заспавнились передо мной, бывает. Ай. Это Serious Sam Автобаттл. Да. Автомат. Давай, иди, блин. What's Alpha status? I lost contact. Так, где тут проход? А, здесь что ли? God damn it! Any
Так, прицелься. А где патрон найти? У них только средства стреляющие по полу. Валяются по полу. Ооо, я нашел какой-то... Да-да-да, шутган. Отличный. Слушай, мне все равно пишут, что не хватает каких-то модов, предлагает их загрузить, но нифига не загружает. Точно вот эти 4 только нужны? Да, 4. Трэш-пати, трэш-пати, земля, в смысле небо и... И больше ничего не нужно. Сколько там расход? У кого, где, когда там? Какой расход? Какой расход? Ну, он там какой-то монстр здоровенный. Топливо, что ли? Расход топлива? Про что за трэш? Это все в мастерской находится, да. У Сириус, Сэма. Мастера на все руки. Ну нахер. Ну вот это хорошее было. Сарказм. Да, согласен, сарказм. Так, давайте, я не знаю, я перезапущу игру, потому что, ну, типа, мне играть просто нафиг невозможно. Давай. Давай, сейчас по Дауру попробуем заодно подсветить. Владимир Владимирович пишет, стример, если ты юзаешь Пунта Свитчер, то оф не вот не этот багнут. Не юзаю я Пунта Свитчер, я вам такое чё-то. Же. Не юзаю я Пунта Свитчер. Так что и просто Иван, Аня, открой балкон, я хочу домой, написал. Это может быть. Так, геймпад точно не подключен никакой. Да нет, все нормально. Ну, типа, давайте попробуем. Сейчас я, правда, опять, сейчас звук опять тоже у меня станет бешеным. Ну, типа, тут сорян. Ну, широкий Вася. Да. Я, кстати, смотрите, я зашел в опции Voice Options и Voice Transmit Volume я поставил, у меня теперь он 75, как у меня обычно стоит, и выше он не скачет, не должен скакать, по крайней мере. Сейчас, давай, кстати, проверишь как раз, я вот наверняка уже стал широким, или пока нет, или вот нет, сейчас, а сейчас я стал широким, а теперь? Нет, все еще не широким. Нет, все еще, а вот теперь? Да, все, стал. Лень, посмотри в Discord. В каких настройках, скажи? Options, Voice Options и Voice Transmit Volume. Все, что нужно. А вот так я стал нормальным? Да, Все, что надо, у тебя, Дару. Отлично. Так, Network Play, Cooperative, Start Server. Запнусь. Так, кажется, Даур, да? Сейчас это немножко. Сейчас попробуем Даур подключить. Так. Не, он что, конечно, подключился. Так, давайте, значит, там, difficulty турист. Игра-то у вас там появилась, да? Да, отлично. Так, давайте я вам рассылаю инвайты. Говорит, Вася, тихий, ты, наверное, это, тебе погромче стоит сделать, или чё? Ёлки, да я... Почему игра уже включилась? Это вот... Ну, в целом, знаешь, на самом деле, это очень серьезный экспириенс, на мой взгляд. Вот так вот я скажу. Так, нормально я стал, громче, лучше... Отлично. Стал громче точно. Чат-то пойдет, чат вам так нравится. Норм, говорят. Ну, отлично. Да, отлично, вот да. Все должно работать. Отлично, давайте. Сейчас давай тогда. Турист, Into the Spider-Verse. Так, давайте Даур пригласить в лобби. Всякие странные звуки, это скорее всего в меню, это там фоновая музыка, да, и прочее дерьмо, так что да. Так, я не вас всех позвал. Ничего. Да, тут как бы, если вы услышите мемный звук, хрен знает, что это может быть. Главное, чтобы я сейчас ходить мог нормально. То ли Дана, то ли мем, самое, то ли кто-то. Самое... Точнее, некуда просто. Фина не слышно пишет. Что поделать? Так, вы коннектитесь? У вас там что-то происходит? Потому что у меня 0%. Лодинг. А, вот, все, я да пришел. Ладно, все вчетвером. А, отлично. Да. Неужели? Да. У нас осталось 27 минут стрима, отлично. Ну-ка, я хожу. О, где мы? Я хожу нормально, ребят. Ой, так. Да, только тут фонарик. Да, тут фонарик, это особая, ходишь, включается, особая включается. Разработка мододелов. А куда нам идти? Да погоди. Да иди ты нахуй! Так, где я? А! Ой, я вижу. Посветите кто-нибудь, я... Вот идите на свет, идите на свет. Follow the light, follow the light. О, все, сейчас. Я просто куда-то вышел, но не туда. Все, я вышел, слава богу. Тут дробовик взял. А я нет. А, где я? Да. Все, нормально. Справились. Все, а вышли, да? А, все, отлично. Да, все, вроде вышли. Надо, ой, да? У меня с нож зачесался. Я еще... О, вижу свет какой-то. Я еще в лабиринте. Терели. Так,
Но одного бойца не так уж и это нормально делали, кстати. Вот тут, кстати, кому нужны миниганы, здесь лох из миниганов есть. Кому надо. Еще есть ракетница с феном. Надо кому лох. Лох. Да ладно. Да, ракетница с феном здесь. Хочу ракетницу с феном. Где она? Дух у тебя. Посмотри по кнопке 5. С феновой бибой, собственно, ракетница. Нормально. О, я вышел тоже. О, красота какая, лепота. Даур, знаешь, вот ты последний вышел, и эта надпись с пулеметов посвящается тебе. Кто последний? А что там вверху так ярко, боже мой? Это Mass Effect Remastered. И концовка. Нет, это цензура на жопе Миранды, видимо, там, да? Да. DMC стайл. Вы поглядывайте в чат, если что, потому что я боюсь альтабокса, у меня все сломается. Тут... Вдруг там пишут, что... Где-то Eternal спрашивают. Ну, кстати, есть на Serious Sam мод с Doom Eternal. Но он слишком... Serious Doom. Да, но он слишком хороший. Вот поэтому... Не тянет на модно. Мне кажется, или ракетница, когда стреляет, рыгает? Слишком много хороших звуков. Мне очень нравится пистолет, который стреляет звуком. Ну, тупой. Да, есть. Стрелять из пистолета очень нужно. Это вот я примерно так же, когда я в Last Fodet играл, типа 400 часов, и уже, ну, там... Все моды поставлены. Сотен, да, моды наставлены, там у тебя оружие так издает звуки, ты выглядишь так, в этом зомби всякие Майкл Джексона и прочее. А это? VR ты не пробовал этот мод, Лёнь? Нет. Но мысли были. Шлем надеваешь и тут же блюешь во все стороны, пока не снимаешь его. Там просто припадок сразу случается и все. Осторожно, вы можете умереть, должно в начале быть написано тогда. Ослепнуть. Умереть и потом ослепнуть сначала. Должно быть, куда-то можно пройти. Да? Медузы затянулись? Блин. Давай, ты у нас эксперт. Я вспомнил. Да, что? Я вспомнил этот уровень, черт. И что? Короче, тут платформинг. Ну давай, хорошо, где? Где конец уровня-то? Куда идти? Ты у нас эксперт по Сириусу Сэму. Короче, идти нужно, как вот обычно, этот уровень проходится сначала. Отлично, я ж помню, как проходится. Вчера что-то проходило. Давай это экспертную работу там наверху кто-то стреляет. Я тут где-то должен быть вход. Где-то здесь нет. А он не должен разломиться после того, как мы каких-то мобов там убьем. Не, я просто раз тут застрял, но довольно долго, но я выбрался в итоге. Я знаю как, ну, да. Я вспомнил. Давай, хорошо, показывай. Do you know the way? Да, я шел the way. Так мне нужно вход найти какой-нибудь. Наверх. Так, ну это я вижу Леню. Давай, Леня. Блин, так видно, хожу-то. Я же не приседи, нет? Да нет, вроде нормально. Так, отлично, вроде все побили, блин. Этот мод нужно проходить не спеша. Да, смаковать, так сказать. Толком, все художественные решения. Может, все-таки что-то не открылось у нас? Мне кажется, добить может надо все. Смотри, затишье какое-то. Но я вообще вижу, смотрите... Ваня. Нам нужно наверх точно, да, но может я увижу кто-то издалека? Здесь все не так просто, как кажется. Здесь все не так просто, как кажется. Ну, видимо, тоже лоб. Вот так вот, вот так вот, так вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот. А, я думаю, а чё они там за звуки издают? Вот так вот. Ну, кстати, у боссов как будто есть какая-то прогрессия в плане их. Ну, не босс, в смысле, мобов. Да, сорян, я не могу донат будто... сейчас читать, потому что... Ну да, да, мобы другие. Владимир Владимирович, ты писал, сколько нужно донатить, чтобы продлить мод, но... Не знаю, не надо. Как минимум Лёня Нор нужен. Так, мы должны сначала наверх выбраться, перед тем, как продлить. Да, мы пока разбираемся, в какую сторону идти. В какую сторону воевать. Не, с этим так раз более-менее понятно.
Да, враги появляются, вроде есть куда стрелять. Может, нужно зайти внутрь? Он же говорит, вот так вот, но я не понимаю, что нужно сделать, ну, да, вот так вот. Объясни. Как именно вот так вот? Ну не объясняет. Вы можете пробить здесь какую-то из дверей? Да, ну, должно что-то пробиваться. И наверх должно нужно подняться. Блин, я в прошлый раз как-то просто проще нашел. А вот это не открыто. О, подождите. Да, да, вот да. Вот оно, да, но. А что ползает, погоди. Все верно. То откуда вышли мы? Не-не-не, в дальнем конце слева. Смотри, там тебе показано справа. Видимо, стрелочку, да. Мне какой-то мод на стрелочку видел. Ну, по стрелочку. Что-то матрас поехал. Да, там есть какой-то едущий матрас, я тоже не успел разглядеть. Так, у вас там не пикселит, народ? Нормально все? Все живы? Мне кажется, просто эпилептический припадок, визуализация эпилептического припадка. Это не травка в РДР. А я вообще с Сириусом не играл, он как бы в оригинале не такой, да? Ну, да нет, на самом деле почти тот же, да. Чуть поменьше. Ой, бля, страшно! Меня фура убила. Да, мама, вызывай милицию. Так, там сюда, нет? Наверное, я наверх поднял. Тут тоже машина. Везде машина. Выточки за тысячу. Мне кажется, это чужой какой-то. Я видел тип депозинг. Точно. А, это. Я видел депозинг, который начинался так же. Еще я видел некоторые депозинг. О, куда дальше? Стрелочка есть туда, но куда? Через пальму, что ли? Через пальму, серьезно. Да. Куда стрелочка указывает? Какая стрелочка? На стенке ваша? Стрелочка, смотрите. А, вот здесь вот и начинается этот... Где? Платформинг. Стоп, 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 стоп. Ага, платформинг. Не добавил кавычки саркастические. Где вы вообще? Вот по этой вот надо идти? Да, 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 да. Да, да, да. А, класс. Ясно. Платформинг! Я упал и сейчас заново поднимаюсь. Давай. Блин, я сгорел. Это зашел парень в лаву сгорел. Тех, кто просто в лаве. Кто... Блин, Rocket Jump не работает. Он работает только на нормальной сложности. А здесь какая? Здесь турист, легкая. Потому что, типа, ну, поверь. Ну, камон, да. Ладно, ладно, ладно. Так. Это тоже платформинг, наверное, да? Нет, это, сука, не платформинг! Отлично. Так, окей, я останусь пока здесь, на балконе, смотри, что можно пойдет. Ну, я за Леней просто иду, потому что верю, что он знает, куда идти. Так, а вы... Я тоже верю, что я знаю. Он тоже упал, что ли? Кто? Лёня. Лёня. Не, я не упал. Лёня сгорел в лаве. А, я сгорел в лаве, но я живой. Что это проехал такое? Что? Так, блин, а что какой-то тут зал, нельзя просто так попасть. А, это... Но... Это ковёр-самолёт. Я понял. Арабская ночь. Да. Я просто... Я вот стою в конце этого... Ща, погоди, дайте я к вам приду хотя бы. Нет, просто хочу, что здесь не надо сюда идти, потому что я не понимаю. Ну, в смысле, может и надо, но я не вижу продолжения здесь. Да, сарказм! Я тоже не вижу продолжения здесь. Постреляй, канат. Тики мой мозг, говорит Василий, насколько это лучше, чем четвертая часть? Ну, это определенно графонистей, наверное. Святой ковер-самолет. Так, стоп, это вот тут платформинг был. Куда я Погодите, где ваш платформинг? Я, по-моему... А, я не прошел дальше, все, понял. Да, здрасте. На машину нельзя запрыгнуть. Так, а где вы? Стрелочки, га, вы там где-то? Платформинг вот тут. Нет, Таур, сюда за мной. Блин, а я уже за Леней спрыгнул вниз. Да, и не надо было за мной прыгать. Это была ловушка. Я верил в тебе, вот мы как раз возле лавы. Ты дал бороться с этим. Ты был мой брат.
Я тебя добавляю фейерверков там. Это же ты? Главное, меня не сбей, блин, а то я тебя сейчас добавлю. А можно? Не знаю. Я не понял. Я вот честно, я не понял. Да, смотрю здесь по сторонам и не вижу даже намеков на прогресс какой-то потенциальный. Да-да-да. А вижу вот эту пентаграмму, звездочку кровавую. Вот она, да, как будто должна тебе подсказывать, но вот... Она не подсказывает. Она куда? Она все равно же нас по кругу бы привела бы к тому месту, где мы уже были. Угу. Да, нет? Поэтому... Да. Так, окей, надо подумать. Если бы я был упоротым разработчиком, что бы я сделал? Выпустил бы этот мод. Да-да-да. Но как бы я его выпустил, да? Так, у нас есть авторы модов в комментариях. Да. Лень, давай, ты проходил, рассказывай. Я проходил ее, но, блин... Так, начнем, во-первых, зачем ты ее проходил? Я увидел, что прикольный смешной мод, надо пройти его. Оказалось, что... Погоди, а что стрелочка-то? Так, погодите, мы заходим вот сюда, пробегаем вон туда, поднимаемся наверх, наверх, наверх. Там не стрелочка, там пиптограмма. Биптограмма на сегодня. Мне кажется, она ничего не значит. А так, ну а тогда что нам надо делать? А ты уверен, что это мы вообще правильно платформинг тут применили? Да. Ладно. Мне нравится это полувопросительное. Да. Вроде бы. Какие-то вот эти вот есть. Блин, а какие-то демо ты-то прошел? Может быть, нужно, знаете, это, типа, чтобы победить врага, нужно думать как враг. Может, у вас есть что-нибудь это, чем разбавить наш геймплей? В смысле, что? У нас есть вторая часть этого лени друг в друга. Не, ну вот стрелка вот явно показывает сюда идти. Если стрелка показывает, наверное, так оно и должно быть. Так, а вот, а если я сюда, в это кресло сяду, что-нибудь получится, не? Нет, не происходит ничего. А, Тутернета просто как в духе всяких олдскульных игр нужно найти эту суперсекретную пасхалку. Там, ну, сам в пиксель, в этот в один пиксель уткнуться, чтобы что-то открылось. Ну, кажись, я там на машину запрыгивал на какую-то. Так, ну вот я вижу машину одну. Что за стрельба какая-то? Кто-то заспавнился, ну. Кто где заспавнился? Ну тут есть немножко врагов, но вряд ли это то самое. Тут есть машина одна, просто она посреди комнаты, и до нее не добраться. Хотя, стоп, или добраться. Ты, которая висит там в воздухе, может быть, реально? Да. Сейчас попробую. Эх, фак. Ну, до нее, если можно добраться, то это будет сложно. Я думаю, Лёня бы помнил, если бы он на эту машину забирался. Да, в душе хранил этого. Думаю, что здесь можно что-нибудь запомнить? Я уже через 5 минут забыл, что там в начале этой карты было. Игра была. Ты... Не, если хотите, можем загрузить сейф. У меня как бы сейф. У меня прохождение дальше-то есть. А, да? Да. Давай, что нам тупить давай, на этом месте? Давай, да. Давай. Создавай. Мясо. Как серый. Вася в спидране, сразу на финального босса пойдем. Не, ну, давай там... Финал я не прошел. Там, где вот трешня какая-нибудь. Ну или просто третий уровень. А что, так можно было, что ли? Так вот я тоже, Ваня, охренел, что, оказывается, у него сохранёнки были. Так, я тогда создаю? Ну да, давай создавай. У нас как раз 11 минут. А чё, как спидран прошел? Я в этот момент пытался немножко поспать, раз у меня был там перерыв. Ну, прошел. Кто победил? Ну, смотря как считать. Дружба, что ли? Ну, почти. Мы же это, друзья, товарищи. Так, ты раскидываешь эти инвайты? Да, сейчас раскидаю. Давай. Я на ковер-матрас встал. А здесь какая-то бетонная штука стоит. Я инвайт, если что, разослал. Инвайт там примите. Даже в чате никто не знает, кто победил, понятно. Бетонные штуки. Я понял, что прошло интересно.
можешь еще? А, у меня тут есть кнопочка рейди, кстати. Да, тогда не было. На меня, по крайней мере. А, ты сам. Я победил в категории секс, победил Вася, но секс был у Яна. Ну, в этом плане, да. В этом плане ребята правы. Waiting for players to get ready, ничего себе. Нужно нажать ready? Да, давай. Даур потом присоединится. Внезапно кнопочка появилась. Да. Быстро патч сделали. Разработчик таки в чате, да, видимо? Но у меня опять персонаж ходит куда хочет. Или нет? Вообще не ходит. Это говорит Корлык. У меня вперед не идет. Это что такое? Что? У меня инвертировано управление или что? Почему он идет? Я не понимаю. Это так должно быть? Нет. Так не должно быть. Да что вообще происходит в этой игре? Ты будешь идти? Что-то у тебя не дозагрузилось, походу. Уэс, куда ты? Кто меня? Куда ты дел? Ой, а почему я только за вами? Ну, типа, я могу только вас смотреть. Сам смотри. Так нажми кнопку, я думаю, ты заспавнишь. Да ты будешь ходить или нет, игра? Что это за херня такая-то? Сейчас дайте я перезапущу ее опять. Ой, блин. Разработчики, блин. Чё ты им плохие оценки ставишь? Ребята старались. Так, а какую кнопку нажать, чтобы... Кинь еще раз инвайт, Лёнь, мне, потому что... Мне интересно, вообще создал-то я правильно? Может, ты это, типа, ограничил количество игроков? Да, сейчас игроков. Еще раз создам. Давай. Механика 69. С таким порно еще никто не сталкивался. Ребят, можно вы не будете в это играть дольше необходимого? Да, да? Мы и так, скорее всего, и не будем. По мелочи. Васян опять ничего не работает. Да все работало, забавно. Ну мы типа тестировали с Леней, подключали, чтобы с модами коннектиться. Все работало нормально. Ты включаешь Сириус Сэм, и он такой: на тебе басбуст, на тебе управление, блин. От бога. С угадай мелодией почти так же было. Стоп, блин. Нет! Ты с самого начала запустил? Да ё-моё! Теперь собираемся! Avengers Assemble. Я на всякий случай игру перезапущу. Reassemble. Слушайте, а может мы сразу начнем вторую часть? В смысле? Да пойдем что-нибудь, да. Да уже смысла нет. Давай, включай это. Да мне кажется, хоть что, типа просто еще покекать там 10 минут. Врубай, что хочешь. Хочу смеяться 10 минут. Окей. Так. Начинать тяжело. А в гонке просто будет 8 человек всего, и нас, ну, меня точно не будет, вас тоже вроде не будет. Там другой состав. Как у нас 8 человек, но, типа, кто у нас будет там? Кто может быть из 8 человек? Так или иначе, пересечения случаются. Ну, вот без бедя будете. Ну, сами давай. Это что? Это прыжки так работают здесь? Да, прыжки такие. А вы грузитесь или что? Или я... Мы уже подключились. А, вот. А, ты все-таки это... Попрыгай. Да я в курсе, я это тестировал. Ну ладно. Вот машина не поместился, видимо. Конечно. Я пытался, но не. Смотри, резкий плыв. Ура, 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 ура. Далеко нам идти. Ну, карта-то оригинальная, по-моему, Сириус-Эмовская, так что. Да. А сейчас окажется, мы не в ту сторону шли. Да, да, блин. Все правильно. О, я вижу оружие, вижу оружие. Он опять проходит не так, как обычно. Через жопу тает, да? Мы все еще прыгаем. Прививайтесь. What the fuck? Тут кусты. Кусты нападают, да? Небритые кусты. Ходячие бибы фены. Блин, я как будто КВН смотрю. Тюрюм. Да-да-да.
А что за звук на КВН стреляет? Господи. Да вы видели камикадзе, что бегает с унитазом, покажите. Да, я вижу. Камикадзе. Они взрываются? Да, они взрываются. Что у тебя в унитазах? Напасла Вандос. Напасла Вандос. Так можно не кашлять, пожалуйста, мы стрим ведем. Простите. Просто знаешь, это вот есть штука, когда ты кажется, что ты в прыжке перемещаешься быстрее. Вот, да, кстати, не пошел. Могу перестать так делать. Качает нормально. Блин, а у меня почему-то прицела нет, нифига. А у вас все как прицелы? Ну, нет. Это игра такая, это бета, ты ж понимаешь. Сильно не судите. Делали 5 лет игру. Ну я, в принципе, так попадаю. Прицел они чисто так на глазок тыкнули, даже не в центре. Сильное заявление. Но линейку доставать я, конечно же, не буду говорить. Так, я опять слышу вот так вот. Да, да, опять. Да, это вот монстр с ракетницами, который... А чё у меня только одно оружие? Я нашел Бибу Фена, наконец-то. О, вижу. Хоть что-то. Разнообразие. О, тут другие какие-то ребята уже. А нам куда? Навнутрь нужно зайти? Ай, хрен его знает. Нужно вниз спуститься. Нам нужно назад вернуться, вот где лестница большая идет. Да, и чё там? Которую... Вообще не лестница, а площадь. Да, и... Вот сюда. Кто тут рядом со мной? Не знаю. Вес. Тут вообще определять, кто где. Сюда. Ага, ага. Это Даур. Стоп, мне нужен не Даур. Вы вниз, короче, и справа от лестницы. А, всё, вижу вас, да. Да, вот сюда. Лабиринты, как я это придумали. Лестница в углу? Кто там уехал? Вывалился. Я уехал. Куда ты уехал? Куда надо или куда не надо? Офигенная, Вась. Тебе понравится. Хорошо, сейчас пройду. Вау. Я, кажется, на будет. Да стой ты! Как... Да. Просто прекрасный пила. Погодите, не убивайте там всех, если они смешные. А как пользоваться пилой? Перить. А. Делай хорошо. Ой, это что там за лавовый голем? Вы под лестницей? Под лестницей справа. Надо дверь там. И стоны. Здесь точно вы. Да, иди на стоны. Да. Блин, я вышел с другой стороны лестницы. Так, да секунду. Там лифт в центре. А, лифт, да. За RTX, смотри, пошел, только мы. О, красиво. Че, автомат, который просто стреляет автоматом и каким-то дробовик, непонятно. Даже без звука не знаю, что тут. Я слышу, что кто-то продолжает пилить. О, прям на две части. Ну чё, ребят, угадаете ОСТ? Видели фильм с таким ОСТ? Так, а дальше можно идти? А, нет. Нужно всех убивать сначала. Охренеть, боже мой. Ведь кто-то старается и собирает эти модификации, что-то придумывает, хекает. Всё, у меня кончилась кончалка. Кончилась? Она кончается? Не-не-не. Она может кончиться? О, я думал, это бесконечное удовольствие можно генерировать. Мне кажется, я в лестнице застрял. А, нет, все нормально. Вот так вот, вот так вот. Так и должно быть, да? Так, я зашел снизу и снизу вверх его долбил, блин. Кажется, не понравилось. Так, сейчас попробуем еще раз. Ну, судя по стонам, ему нормально.
А, вон, у него сверху... О, смотри, у него там фотка Невского, смотри, какая-то хелбару. Значок оружия, это рэк. Чего? Рэк. Значок оружия, когда выбираешь пилу, у него рэк написано. Ну да. Что за... Типа это сразу на порнхаб идешь, что ли? Наверное, я не удивлюсь. Мы же там этот мод нашли. Да, если кто-то не знал, то мода для Сэма как раз оранжевым ютубом. Даркнете только расскажи. Механика, ссылка в описании. Неужели прошли? Да ладно. Ну давайте еще вот буквально, я не знаю, 10 минут накинем. Комнатку, да? Дальше третий уровень нет смысла идти, потому что там невозможно пройти. Тем более. Вот сейчас буквально еще 10 минуточек, ребят, и мы пойдем нормально еще. А то нам понравилось. Да. Вообще телепортируйся. Они на меня внимания не обращают. У нас есть рендер фаер? Наверное, да. Я думаю, ты бы это уже заметил. Я думаю, нет. Да, я поэтому слишком долго живу. Как вам такое? Пулемет Максим. Блин, это Эльман. Боже мой. После таких игр просто вьетнамские футболки потом будут мучить тебя. Еще слишком долго. Какие игры, это война. Там история серьезная, правда. Космосов все инопланетян. Ой, все вертолеты уже вьетнамские полетели. Конечно. Египетские силы, блин. О, блядь. О, тут бибы фена. Пацаны, тут бибы фена ходят. А их надо уничтожать, не? Не знаю, ну... Их можно уничтожать. В зависимости от того, как ты к фену относишься. Но я хочу сделать ему приятно. Ой, я потер его кончалкой. И выложил на Pornhub сразу, да? Так, мы что, не туда пошли, что ли? Ой. Мне тоже что-то не понятно. Пацаны, заедают! Заедают. А чё, Вася куда-то ушел прям далеко, не? Иди, Вася ушел далеко. Не, Вася вроде возвращается. Это не, дверь откройте. Да-да-да. Дверь мне открой. Да ладно. Я нашел Скорпиона. Дуэйн Джонс. И чё-то тут больше ничего нету. Мне нравится звук открытых дверей. Так, подожди, здесь я уже вроде был. Стоп. Кто-то нашел что-то? Ну я вообще хрен пойми где, я, по-моему, не с вами вообще уже. В другой игре. Какой-то. Кремля. Спорт вперед ушел, видимо, и там... Ну да, Вася где-то далеко. А как ты туда ушел далеко? А там после меня закрылась дверь, там было ведро, в смысле арена с прыгающими тварями. Ну вот ты видишь закрытую дверь и как будто туда нельзя. Да, но надо им пройти. Ух, йо! Тут несанкционированный митинг. Ну главное, что просто тут пройти. Да, я думаю, он очень рад. А ты можешь открыть нам дверь с той стороны? Не, нет? Вы можете стрим включить, я не знаю. Что происходит? Как это вообще? Так, подожди. Я хочу видеть, что там происходит. Сейчас я попробую прорваться через это дело. Да вообще возможно прорваться? Можно прорваться, да. Если что. Кто вставляет-то их? Я даже не понимаю. Ну, выход, да. А, это вот эти. Такой же, как обычно. То есть тут приколов нет. Че, Вася, все, победил? Почти. Да, почти. Это огнемет такой, типа, или что? Ну да, наверное. Добромет. Да уж.
Ну, кстати, очень, да, стрим выглядит просто отпад. Все в пикселях, что-то светокор туда-сюда меняется. Куча объектов, бля, блядь. Ребята, держитесь, стал еще минут. Да, давайте. Пара минуточек, и мы пойдем нормальные игры. Надо. Пиксели, пиксели, кругом. О, я... Я вас гружу, ребят. Ты на шишку какую-то сел? Что-то да, я сел на бутылку древнюю. Марк Грей говорит, алло, стримлер, скажи название мода, тоже хочу стать человеком культуры. Трэш Пати называется, и Трэш Пати 2. Все это объединяешь в одно. Сарказм! Это Бобёрна, что такое? За бобра, народ, вперед! За бобра! Я буду всех пилить. Господи, да, после такого-то, что тропатки могут включаться. Это что, котлетки? Котлетки? Кто там говорит котлетки? Похоже на какие-то Звездные войны, что ли, я не знаю, котлетки, что-то цветастые. На эти. Девятый эпизод. Мой подневер? Да. Новая трилогия. Сарказм! Я с тобой, наверное, столько же, я думаю. Че говоришь? Че ты... Смысл, говорю, примерно столько же. Да, и бюджет такой. Как. Так, там Иван Киреев занял сотку, Васян и других забот, ест фанеру, контент он нам всем дает, дает, до кого старается он, для меня, для меня. Но я сторис говорю в любом варианте в виде сотку. Спасибо, Иван Киреев. Спасибо большое. А враги оригинальные или тоже все заботы? Ну не все, но большинство свое заменено. Ну типа они как-то на них и модификаторы повлияли. Понял. Так, это что, мне наверх надо запрыгнуть? Я что-то куда-то отстал от вас. Да я тоже отстал. Ой, а ты тоже это видишь? Кого? Там наверху. Оооо. Что вы там увидели? Привет. Хотя я не знаю, сколько лет, я лучше скажу нет, спасибо. Там какая-то анимешная мадам в купальнике. Где? Так. О, магад, а где? Куда попал? Ой, е. Нас закрыли. А, ну берите. Где? Просто за секунду я моргнул, мне кажется, я оказался в другом измерении. Может, это другая игра. Другая игра, да. Я еще не понял. Ёлки-палки, блин, Даур. Я вообще не понимаю, куда я иду. Почему ты не умеешь прыгать так же, как я? Смотри, я лучше прыгать. Да ё... А, платформинг-то? Да. Как бесом не управляем. Кто-то сказал, сходит все во все. Ой, я забрал. А нам тут сюда надо было или как? Тут какой-то рубильник есть. А что вот такое? Вау. Нифига себе, рубильники нажимать в этой игре? Да ладно, вы шо? Так. А так вот почему я этот уровень не мог пройти. А где это вообще было, я не понял. Вот я сейчас в этой комнате, которая была в кат, так сказать, сцене. Че не говорят? Он говорит, не похуй. Че он говорит? Не похуй. А, понял. Так, а, ну вот, нам показали это место, а дальше-то что? А, да, надо воевать, видимо. Может, еще один какой-то турбинник есть? Да, Урт, ты, может быть, ты жив тут? Я еле выбрался. Это я делаю эту музыку, дай своего огнемет? Так, я перестану, простите, пожалуйста. Я не хотел. Мы сюда поднялись, а дальше-то что? Как бы понять логику того, кто это создавал. А тут даже не пытайся, я говорю, проще укуриться и что-то попробовать сделать. А как здесь нажимаются кнопки? Да просто, по-моему, взялись. Нет, там право на камыши принять, и все рубильники включаются. Да, блин. Как у вас успехи? Видимо, это таблетка. Я, короче...
пласт... О! Открылось. Нет! Как ты открыл того? Сарказм! Так. Да, спасибо. Ой-е. Пацаны. А чё вы там нашли? Где вы? Да забей. Чё это происходит? Сарказм! Нет, совсем не сарказм. Да уж. Ну что, я мне думаю, кажется, что... Мне кажется, на фоне играет музыка из этого, из Jackbox Party какой-то. Может быть, вполне. Ну что, нам пора, наверное, переходить в Split Second? Да, как думаете? Это будет более разумным решением. Отлично, тем более я тут опять застрял. Не пойму где. В общем, да. Вот. Спасибо, Далур и Ян, за то, что подольше сделали ОСТ. Вот, мы... Больше не нужно было. Да, мы бы не смогли бы еще растягивать это прекрасное мероприятие. Да, хватило. Нет, там был еще один мод, но оставим его на черный день, если вдруг понадобится. Да, да, в общем, сейчас не расходить. Сейчас мы уже буквально вот сразу вернемся с этим самым. Со сарказмом. Со сарказмом, да, мы вернемся прямо сейчас с сплитсекондом. Буквально через несколько минуточек.